Исполнилось 110 лет со дня рождения основателя Государственного ансамбля танца Украины, народного артиста Советского Союза, лауреата национальной премии имени Тараса Шевченко Павла Вирского. К юбилею выдающегося хореографа в Одессе открылась мемориальная доска. Павел Павлович Вирский родился в Одессе. Семья будущего артиста жила в доме номер 78 по улице Новосельского. Первые профессиональные навыки он получил в Одесском музыкально-драматическом училище, затем окончил Московский театральный техникум. Работал балетмейстером Одесского театра оперы и балета, руководил балетными труппами в Харькове, Днепропетровске и Киеве, где осуществил постановки нескольких классических спектаклей. Государственный ансамбль танца Украины, тогда еще Советской Республики, Павел Вирский организовал в непростом для национальной культуры в 1937 году, а в 1955 стал его художественным руководителем. За несколько десятков лет коллектив выступил в 76 странах Европы, Азии и Америки. Сегодня государственным заслуженным академическим ансамблем танца имени Павла Вирского руководит народный артист Украины, академик, председатель Национального хореографического союза Мирослав Вантух. По справедливости сегодня весь світ и специалисты, и преса, все пишут, что ансамбль имени Павла Вирского сегодня у світовому просторі номер один. Це «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «Ле Фігаро», японські газети Європи і африканські – всі. Це, безперечно, є сьогодні візитка української культури. Ну, уявіть собі, 76 країн світу, і по 11 тисяч, і по 13 тисяч, а в Ріо-де-Жанейро 103 тисячі людей на стадіоні на концерті Вірського. Установить мемориальную доску на доме, где жил Павел Вирский, предложили областная организация Национального хореографического союза и Одесская городская ассоциация хореографических коллективов и ансамблей народного танца. Автор проекта – одесский скульптор Николай Хударлей. Все поклонники хореографии в нашем городе смогут прийти сюда к доме, где жил Павел Павлович Вирский, и преклонить голову, преклонить колени и великому человеку. А все наши гости, все туристы, которые будут приезжать к нам в город, будут проходить мимо дома, где жил Павел Павлович Вирский, потому что во всех странах, в 70 странах мира сегодня знают, любят и уважают нашего земляка Павла Павловича Вирского. Вечером в филармонии состоялся концерт коллективов, лауреатов, дипломантов и призеров Всеукраинского фестиваля-конкурса народной хореографии имени Павла Вирского. Александр Виноградов, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг».